В Бурятии стартовал межрегиональный фестиваль «Дыхание земли». Его участники прославляют родную землю, показывают в народных обрядах, песнях, одежде, красоту и многообразие национальной культуры нашей большой страны. В этнографическом музее сегодня исполнили народные песни, показали обряды солисты и коллективы из республик Алтай, Тыва и Якутия. Очень хорошая традиция для развития и пропаганды своего языка и этнической культуры. Так как эпос у нас забывается все больше и больше, вот будем меняться опытами, традициями, мы свое что-то оставим тут, у вас что-то возьмем. В завершении фестиваля 28 сентября лучшие коллективы, победители творческих конкурсов выступят в большом концерте на сцене Русского драматического театра имени Бестужева.